товару завались. После Нового года никому ничего не надо. Идем вон там, посмотрим эти. Там продают пластиковые контейнеры. Мы с Олей хотим этой весной, летом вернее, гараж там обустроить нормально. Купить вот такие вот контейнеры. И туда всякие штуки закидывать уже. Ну как бы, ох, смотри, какие большие. Но это, кстати, не очень удобно. Да, слишком большое тоже заваливается. Сколько вот ящик стоит? 70-литровый, 1000 рублей. Ящик с крышкой Robox, это маленький, наверное. Вот 70 литров. 1100, вот 70 литров. Дороговато. В этом, в Leroy Merlin по 500 есть, да? И получше даже, удобнее. Но тут, видишь, вот это типа закрывашка. Она нафиг не нужна. Да, ее вон даже закрыть сложно. Дорого. Короче, мы хотим вот так что-то сделать. Вот. Сделать стеллажи в гараже вот такие. И брать вот такие штуки, ставить и туда. И они, кстати, там более прозрачные. Это какие-то матовые. А вон, смотри, эти губки. 59 рублей одна штука. Внутри 5 штук. Вот нам как раз губки нужны. Да, толщина хорошая. Вот, губки что-то улетают. Такие возьмем, пористые, которые. Лучше пенятся, да? Ну да, разноцветные возьмем. Пару штучек, да? Есть такие еще. Но эти что-то не очень. Вот, 59 рублей. Всякие вон одеяло, подушки. Мы тут подушку, короче, взяли. Ну, так себе, короче, подушка в итоге оказалась. Чашечки всякие. Вон, скидка. 200 рублей, керамика, чашка. А это, наверное, знаешь, что тут? Скидка после Нового года, да? Что-то новогоднее. Прикольно, да? Ну, термос? А, нет. Нет. Сыпучее что-то тут. Ну. Заварка там еще что-то. А вон эти ложки же есть, чтобы ложить, да. И там на кухне. Угу. 200 рублей. Керамика. Спать такой. Да. Вот мы такие хотим ящики, вот. Только побольше, вот такой, да? 700 рублей. Все равно здесь дороже, да, выходит? Здесь метра дороже, мне да. Я вообще предлагаю из гаража сделать зал. Зал? Да. А куда хлам-то ложить, вот что? Куда-нибудь, там у нас его немного, выкинуть, например. Может, в будущем, я не знаю, Оль. Это надо будет деньги утеплять. Теплые полы и делать, и всякая фигня. Вариант может быть, но когда, там так когда четко, поднимем бабла. Так четко все построено, прям стены, но там такие хорошие. Прям. Ну там как дом. Ну там, да, и такой большой этот, даже больше, чем наш зал, да, выходит? Ну у нас гаража тогда не будет. Ну, где хлам хранить? С этим гаражом. Вот где хранить выкину. Хлам? Я все выкину. Да не выкинешь, елку где хранить? Ёлку на крышу вам поднялась. Нет, ну, не знаю, который еще рассмотрим этот момент. Идем дальше. Особенно если... Бухлишко. Да. Это потом, Оля. Вон, бухло подешевле стало. Новый год заканчивается, ажиотаж заканчивается. И можете все со скидосиком покупать. Классно. Вообще правильно надо покупать... В начале года на Новый год, да? Угу. Тогда все намного дешевле. Вон, эта белка там 1500 стояла, сейчас 900 рублей. Вот эти штуки я Милане за 200 рублей покупала. Вот, 200 рублей мы покупали такую рублей, штуку, да. Вот, дочке, вот, 100 рублей. Давай я куплю. Да нафиг она нужна вообще? Она потом разломается, да, и та тоже очень опасная. Ну, эти, кстати, они этот, не очень такие. Да. Пластиковые какие-то надо, чтобы.
Ну, в общем, смотрите, вот подарочки, например, новогодние. Вот это детям дарят же, вот эти Милка. Вон, стоило 740 рублей. Обалдеть, Оль. Смотри, 740 рублей, при том, что здесь нифига нету. Сейчас 240 рублей. Как-то обломненько так вообще на такие цены даже смотреть. Вот. Мы такую чепуху в этом году не покупали, никаких конфет. Но кто покупал, конечно, как-то все это... Вот конфеты Мерси. Вот смотрите. 259. Да это тоже все, это не конфеты. Это. Ну, не знаю. Там нету ничего, Оль, конфетного. Вот тоже один из примеров. Вот такие штуки последние пару лет. Ну, так как бы распространено дарить вот это такое красиво, круто, типа скидка 200 рублей. Скидка, смотри, 100 рублей, вот. Короче, если выбирать конфеты и наши финики, я финики. Заедем, ну да, лучше купить финики. Финики. Да, у нас как раз там последние два финикуса осталось. Так что вот. Скидочки, скидочки. Джамбо кола. У нас, короче, каких только кол нету. Вот все, что можно было, уже напридумывали. Джамбо кола. Вени Види Вичи. Стоит вот. Такая брехня вот это все. Уже таких всяких разных кока-кол напридумывали. Так, что мы хотели? Шампунь надо было нам, нет? А, давай этот крем. Крем? Или... Johnson's Baby же есть крем? Угу. Вот. Я сегодня чуть-чуть взял вот этот крем, там детский лежал. Ну. Маленький. Да. Ацетоном, как будто керосин туда добавили. Нет. Он так, он не мажется? Вазелин. А? Он как вазелин. Там такой ядерный запах, кого-то туда, не знаю, топливо залили. Это детский крем. Что за вообще шняга была какая-то? Я в аптеке. Выкинь эту фигню. Это... Такая чепуха вообще. Это дешманский ты какой-то крем для рук купила? Это для детей. Да, для детей. Ты понюхай там этот крем для детей. Он воняет просто, блин, жесть. Реально как будто туда что-то добавили, не знаю, топливо. Нет, у нас прикольно есть. Такой, у нас же там много. Где много? Вот, которую мы купили, эту же фирму. Давай возьмем, она прикольно пахнет. Прикольно, кстати. Как она там? Симбиотик? Или да. А, это дальше. Она, где детские. Так, товары. Нам кремы вот это для рук, да, или это что? Это где детская, дальше там. А, Johnson's Baby, да, всякие? Да. Вот мы брали, вот. Кстати, 150 рублей. 159. Нифига себе. Это мы что? За 400 рублей взяли. Нет. Да, 300, вот. Да? Вот. Вот, натуральное 329. Мыло для рук и тела. Вот. 329 мы брали. 400 даже было. Короче, давай его возьмем. Вот это офигенная штука. Да. Вот вам и Новый год. Блин, на Новый год офигеть, как цены поднимают, конечно. Безбашенно. Вот эти, интересно, прикольно пахнут? Вот подороже, которую. Открути, посмотрим, Оль. В чем прикол? Дай понюхаю. Mm-hmm. Ну, приятно, миндаль. Mm-hmm. Да? Да. Ну, вот это нам нормально зашло. Это не миндаль, а мед, по-моему. Вот этот бергамот аромат. Тут везде бергамот, наверное, еще возьмем, да? Да. Вот это мне интересно. Вот что? Нормальная тема вот эта компания. Вот у них мыло. А, это для посуды, это мы брали. У нас есть. Мыло. Просто вот мыло. Да. Еще дешевле. 119. Ну. Ну так давай возьмем, что. Это мыло просто как. Чтобы мыть эти руки, ну, просто ежедневно, а это просто как мыло.
Настоящее мыло. Для рук и тела написано. Да? Давай возьмем 119. А чем пахнет? Вкусно пахнет. Ну. Приятно так, нежно. А вон еще там есть другой. Вон. Да? Ну, ладно, бери вот этот, пошли. Погнали. А вот эти крема нет. Сейчас я зубную щетку еще хотел взять, как у меня. Роксы, моксы. Так. Рокс. Так. Фига себе, смотри, зубные щетки какие странные. У меня такая есть, я ее брала за 100 рублей, но в принципе она нормальная. Широкая. Нет, мне вот эта такая тоненькая есть. Мы же брали Рокс тоненькую. А, так, вот эти вообще фигня полная, жесткие это такие. Я их взял, чтобы чистить там. Вот эта фигня. Нет, да, это все ерунда, короче, вот эти. Такие жесткие, что вообще нереально ими пользоваться. Вот, вот вроде такая была. Нет, тоже какие-то толстые. Но зато шире, да, они? Ну, блин, неудобно. Как будто она не вычищает. А вот наподобие у меня была такая с тоненьким. Вот. Вроде вот такая. Black. Вот нашли тут тоже вот эти вот. Мы на Новый год, короче, откуда эти крема нашли? Заказали. Нам вместо вот этого, вот покажи, вот принесли вот это. Перепутал. Нет, доставщик? Не перепутал, позвонили мне. А, перепутал. Перепутал, да, перепутал. Да. Они очень похожи, как бы, угу. Но разные. Это вот крем для тела, а это для... Это мыло. Мыло, да. Для чего крем нужен? А то сейчас скажете, что ты ходишь тут, мужик, паришься по этому поводу. Короче, такой прикол. Вот где вот эта зона, где носки обтягивают, вот здесь. Когда зима, почему-то в этом месте, где вот носки, вот резинка, даже при том, что эту резинку я разрезаю, в этой части ноги сохнут. И потом так аж расчесать охота до состояния, что прям разодрать ногу самому себе. И я сначала думал, что за фигня. То, что зима, солнца нету, кожа сохнет, и там вот это постоянно напряг с этими носками. Я Оле говорю, дай один раз помажу вот этот кремом. Помазал, блин, вопрос закрылся вообще. А до этого у меня такое чувство было, что сейчас, блин, прям расхерачу сам себе ногу, блин. Помазал кремом, вопрос закрылся, думаю, ладно, вот, движуха. Поэтому взяли вот такой крем. А крем закончился, и Оля там положила такой тюбик какого-то, детский крем какой-то, дешманскую чепуху какую-то купила, походу. Сегодня достаю чуть-чуть намазать кремом, а там воняет, блин, каким-то ацетоном вообще. Он не размазывается, он такой не гладкий, а просто какая-то шняга. И вот решили взять. А до этого брали этот, Оль. Смотри, может, какие-то еще есть крема по этот... Посерьезней, что ли. Вот есть какие-то. Да? Это крем? Это молочко для тела. Ну, молочко для тела. Это и есть вот эта фигня, тела. Да? Молочко, да. Чтобы я сам себя не убил, да? Да. Ну-ка, открой. Запах какой. В чем разница, интересно. Ну-ка. Такое. Я сейчас, знаете, как определяю? Просто мажу, оно как будто как масло мажется. Вот это прикольно. Да. А вот тот дешевый крем, ты мажешь, оно не размазывается, как сухая штука, так, как штукатурка какую-то. Что? Ну ладно, тот нормально. То, что надо, хватит. Он увлажняет. Вот, да. А липкости нету? Нет, липкости. Кстати, тот я когда ноги вот так вот помажу, потом стою, долго руки мою. Нет.
А этот, наверное, так не должен быть. Вот. Попробуй вот здесь. Нормально, да? Не жирная, да? Не жирная. Вот. Это молочко. Ну ладно, пошлите дальше. У нас есть молочко дома. Молоко есть у нас, да. Еще палочки для ушей надо. А то их то дохера, блин, то наоборот. Берем. А вот есть тут такие. Че, в этих берем или такие? Какая разница? Вон 31 рубль. Возьмите без банки. Без Б берем. А вот смотри. Разница. Нет, смотри. Тут палочки, наверное, слетают просто. Ну прям вот. Здесь даже меньше. Там 100, здесь 60 штук. Там больше. И стоит так, три штуки если берем, тогда берем, наверное, штук 6, да? Может еще взять? Штуки 3 сразу, пускай будет, чтобы не бегать за этой фигней. Тут продается разная вода. Минеральная. И синтуки. Боржоми. Оля хочет себе взять. Можно в этих маленьких железных бутылочках. Можешь какие-то ессентуки взять, Оль, для этого? Смотри, у них же по нумерации везде разные какие-то минералы есть. Состав. Борная какая-то, чего-то. Вот джермук есть. Вода из Армении. Ну, джермук возьмем, может. Армянскую. Сколько стоит? Вот минеральная вода, джермук. Я не без рода, но хотела. В любом случае, давай ничего не возьмем. Анкаим, Панакан, Пужич, лечебная. Сераны хамелю чуш. Водичка для того, чтобы, короче, для стола. Минеральная природная лечебная столовая. Вот. Можно пару штучек, а вон есть в пластиковых бутылках. 75, так, 97 рублей, если одна бутылка. Сейчас, наверное, такой тоже возьмем. Тут вон бухлишка. Оля хочет взять этот тунец. Понравилась Оле вот эта штука. Только ценник у него, блин, пискетки. Я его возьми заступил. Пирог сделаешь сегодня? Ну, да, сделаю. Прям захотелось пирога. Давай, Оля. Сколько на пирог надо таких штук? Ну, вообще вот один маленький, одна баночка. Но я же делаю из двух. Большой, который, да. Это надо две банки. Ну, возьми четыре банки. Но он примерно везде одинаково стоит, вон, так же. А вот это с оливковым маслом чуть дороже идет. А да это... вот попроще у нас оливковое масло есть. Да. Короче, вот это 4 штучки. Да, вот этот возьми, надо вот 6. Так. Вот. Да, упаковку возьми вот так. С коробка зачем это? А, ну ладно, да, лучше выложим, да и все. На Новый год мы делали вот. Прикольная штука, тунец. Fortnite. Да. Сын, это Fortnite. Можешь какой-нибудь этот паштет вам помазать на хлеб детям, нет? Они хотят же что-то мазать. Паштет? Да. Что фиг знает, что там на, фигня? Намесили, да. Ну ладно. Поехали дальше тогда. Помните,
туда не пошли. Так, огурчики у нас есть там. Хочу посмотреть, что тут из армянского продают. Уменьшилось. Мне так понравилась одна свекла. Вот мне еще свеклу надо кушать. Но я не вижу вот это вот фирма. Вот это в банках что такое продают? Халапеньо красные. Перец такой. Перец халапеньо. Вот мука. Потом вот такую возьмем, наверное, да, Оль? Вот это прикольно. У нас там мука есть. Хотим сначала, чтобы она закончилась. А потом возьмем вот эту вот 25 кило и будем выпекать хлеб. Стоит 3600 рублей, 25 килограмм. Нет, такую мы ни разу не брали. Вот все брали, кроме вот этой. Мука пшеничная из мягких сортов пшеницы. Для пиццы. Оля тут в царстве сладеньких штучек. Картофаныч. Все нормально, да? Ну да. Как поем. Но... стандартный набор в метро. Это вот эти пирожные и вот эта вот картошка. Что-то в этот картошку взяли на Байраме, там на трассе у нас не очень вкусно. Трассовская печеньки картошка. Вкусные. Но вот тут всякие печенюшки есть разные. Всякие штуки. Сейчас Оля здесь тесто хочет взять. Может, сами сделаем, Оль? Пусть будет, когда мы сами не сделаем. На всякие если пожарные. Тут у нас мясо мы берем, но сейчас не будем брать, потому что есть запас.